Свободная экономичная зона Могилёва – лепшая у Беларуси по основных показчиках деятельности. У 2016-м у наш регион поступило прямых замежных инвестиций больше, чем за 9 первых годов основания свободной экономичной зоны. Резиденты СЭС экспортуют амаль полову выпускаемых товаров. У гэтай дни свободная экономичная зона Могилёва отзначает 15-годие. Свободная экономичная зона Могилёва – это 39 предприятий с агульным объемом инвестиций больше за миллиард евро. На вытворчествах СЭС працуе больше за 2000 человек и выпускают тут от сродков гигиены до мебли. В этом году планируется к выпуску первая продукция «Омскарбон Могилёв». Это технический углерод. Опять-таки, это намного улучшит внешний торговый баланс Могилёвской области. Сегодня Белшина 60 тысяч тонн в год технического углерода закупает по импорту из Российской Федерации. И мы видим, что это предприятие сможет в полном объеме заместить это сырье. Подчас Международного инвестиционного форума «Млын поспеху» группа компаний «Кроноспан» подписала домову об створении третьего предприемства на территории СЭС по вытворчести металлоконструкций. «Кроноспан ОСБ» и «Мебелаин» – одни из самых могутных экспортеров свободной экономичной зоны Могилёв, а предприемство «ВМГ Индустри» – другий год запар – лепший экспортер Беларуси. Надо следовать, ну, скажем, необходимости и спросу рынка. Это первое. Второе, на что мы в большой степени уделяем внимание, это качество нашей продукции. Не только качеству готовой продукции, но и качеству сырья. Молодое предприемство «Кранахем» – один в Украине, где выпускают специальные смолы для древоопрацовки и будовництва. Третина первой продукции пошла на экспорт. В пусконаладочном режиме мы поставляем свою продукцию в Прибалтику, это Латвия, Польшу, Украину. И остальное все реализовывается в Беларуси. Дякуючи у тымлику предприемствам СЭС, Могилёвская область стала лидером по темпах росту экспорту товаров сярод інших регионов Беларуси. Летась гэты показчик склал больше, чем 1,5 мільярда долараў. География поставок поширилась на 12 краин. Теперь гандлёвые зносины связывают Могилёвскую область и 95 краин свету. Алена Соловьева, Миколай Соболев, новини региона.